Но перед началом данного видеоролика я хотел вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал, и обязательно включили колокольчик. Моменты взяты со стрима Азама, ссылка на него будет в описании. Если хотели посмотреть еще какие-нибудь моменты, то ссылка на Азама будет в описании, приходите, смотрите. Ну а теперь смотрим видео. Окей. Короче. Ладно, кресло, черт с ним, давайте перейдем к креслу. Сейчас я все донаты прочитаю обязательно. Видно, да? Блин. Дай-ка сейчас вот так сделаю, чтобы я тоже видел. Это крыса. Не, пацаны, не, я не понимаю, а как развести это? Как его развести, я не знаю. Как его развести, алло? А как его развести? Чат, пацаны, а как его развести? А как развести-то? Я не знаю, как его разъебать, я не знаю, что тут сделать надо? Там завези что-нибудь, а как спасибо. Его? Как? Ссылка удалена. Я не знаю как, типа, ютушку что ли так дать? Ой, промахнулся, ладно, вторая часть. It can't pound is in crime, in legend, gentlemen, yeah! It's crime! Блядь, промахнулся, блядь, что-то, блядь, техника не так. Ай, блядь, ладно. Блядь, дверь открылась, видно было, блядь, уж. А? Я не знаю, как ее разъебать. Мишка, отойди. Я не знаю, как ее разъебать, пацаны. Да она не ломается, она какая-то, блин, не знаю. Блин. Первая деталь. Я не знаю, как его. За го 11500 лайков. Го 11500 лайков. Я не знаю, как ему мать. По-другому значит. Как вам? Не ломается она какая-то. Я не знаю. Почти к цели. Остались. Короче, я не знаю дальше, как ломать. Дальше она не ломается. Она больше не ломается, я не знаю, куда бить ее. Короче, больше не ломается. Я не знаю, как ее больше ломать. Больше не знаю, поставьте лайк, подпишись на канал, вот 12500 лайков. Я хер его знаю, я не знаю, как больше ломать.
Медведь, блядь, сам в ахуе. Как её ломать, блядь? Короче, я не знаю почему. Друзья, я не знаю почему, но у меня стримов. Короче, у меня комп. Бля, я комп наебал, бля, я комп разъебал. Бля, прикиньте, пацаны, я комп разъебал. Бля, я надеюсь, ничего не случилось. Короче, пацаны, последний удар, жесть, последний удар. Прикиньте, последний удар. Я ударил, короче, и она полетела прямо на ПК. Прикиньте, пацан, он на ПК полетел, на ПК. Тут у меня лежит процессор, смотрите, друзья. Вот он лежит, он на него полетел. Охренеть. Я надеюсь, ничего не стало. Он, короче, у меня было написано, проблема с ПК. Нужно перезапустить. Бля, я надеюсь, он... Бля, ты отдашь мой ПК, блядь, стоит 120 тысяч. Суд, читайте мне, пожалуйста. Я уже суд, срочно. Давай, Женька, давай быстрее. Давай. Все. Теперь у меня королевский стул. Плюс, блядь, геморрой будет сейчас. Плюс, блядь, грыжа, блядь. Плюс грыжа, плюс геморрой, друзья. Спасибо огромное, Тертастер. Вот. Теперь... Ну чё, пацан, ну чё? Анифестен фраер. Играю с Рисраер. Всё, типа, всё. Всё, друзья. Ну вот и всё. Ну вот и всё. Я ухожу из твоей жизни. Я в шоке, реально, пацаны. Я чуть ПК не разнес. А отвечаю, она полетела на ПК и чуть не... Бля, представьте себе, если бы сейчас я... Я сейчас чуть на 120 тысяч не встрял. Чуть на 120к не встрял. У меня последний... Вот последний раз, когда разворот был, он полетел на ПК. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, текст, удачи и всем пока-пока.